Сергей Михалков, почетный пассажир. В армейской шинели, в армейской ушанке вагон он ждет на трамвайной стоянке. Он ходит с передней площадки трамвая, на правую ногу немного хромая. Таких пассажиров в трамвае немного, и люди ему уступают дорогу. Таким пассажирам в таком положении повсюду внимание, везде уважение. Он орден имеет под серой шинелью, он ранен под клином немецкой шарапнелью. Бесстрашный участник большого сражения, он вывел товарищей из окружения. Боец-пулеметчик стрелкового взвода, большое спасибо тебе от народа.